Ну что ж, а пока на фоне у меня монтируется видео по Fallout 4, я, собственно, решил записать подкаст для вас, ребятушки, новости для того, что будет в будущем, для того, что будет, даже что сейчас происходит, собственно, на канале. Ну, собственно, давайте-ка начнем. Начнем-ка с самого того, что очевидного, то, что сейчас я буду проходить Fallout 4 и, ну, и как вы уже поняли, наверное, посмотрели, возможно, первое видео, прохожу его на максимальном уровне сложности. Я думаю, это самое интересное, что можно было придумать, то есть что-то выдающееся. Плюс я буду проходить полностью игру, то есть все миссии и исследую все, то есть закоулки этой игры. То есть сразу же на будущее отвечая на этот вопрос, то есть я буду проходить каждую миссию абсолютно. Дальше, что хочется еще сказать насчет того, что будет контент на канале. В скором времени я запилю видео Черн Сити. Скорее всего, они будут это видео этого этой тематики будут входить максимум, возможно, даже минимум. Это один раз в месяц. То есть, наверное, чаще или реже я делать, скорее всего, не буду. Как мне кажется, это самое оптимальное. Негативные видео я не хочу особо сильно втаскивать на свой канал, ну, кроме как бомбит. Бомбит это, мне кажется, нормально. Бомбит, кстати, я тоже давно не делал. Возможно, тоже в скором времени я сделаю это видео бомбит. Так что постараюсь. Может, найду что-нибудь, от чего меня бомбит, бомбанет. Дальше, что хотелось бы еще сказать насчет контента на Ютубе. То, что в скором времени, скорее всего, я буду стараться искать себе, знаете, помощников для канала Ютуба, потому что мне не с кем снимать видео по таким играм, как Starbound, Terraria, то есть играм, которые мне очень нравятся. И мне по ним не с кем снимать. А я очень люблю снимать именно с кем-то. К сожалению, все мои друзья, которые имеют YouTube канал, они заняты и снимают уже с другими людьми. То есть у них своя компания есть. И мне, собственно, тоже сейчас ищу себе компанию. Так что, ребят, если вы начинающий ютубер, наверное, как и я, то, ребят, пишите в комментарии под этим видео, я вам напишу, спрошу, вот там вас посмотрю ваши видео, если ибо, возможно, даже не ютубер, то есть просто так человек с хорошим, возможно, микрофоном, то тоже пишите, я бы с радостью просто бы с вами пообщался, посмотрел, может, у нас получилось бы даже заснять. Я был бы очень рад, потому что, серьезно говорю, мне не с кем снимать, я сейчас ищу такие, знаете, вакансии, можно сказать. Дальше, что хочу сказать насчет группы. Насчет группы я буду стараться все-таки на ней потеть сейчас в последнее время, то есть буду стараться туда выкладывать всякие новости, репосты туда делать всякие, и просто посты от балды, можно сказать, буду делать туда. Просто главное, чтобы заполнить ее побольше, ну, чтобы она была более активная. Это будет получше, мне кажется, да и плюс она будет в топ-чартах Ютуба, ой, Ютуба, ВК будет, так что побыстрее наберу тоже популярность, и, собственно, больше людей обо мне узнает, я буду ломить лавры, да, мани, потому что в последнее время, кстати, от моего канала очень много, ой, от моего канала, от моей группы очень много отписалось людей, то есть было уже под 150, а сейчас уже 140, не знаю, почему люди отписываются, но ладно, раз отписались, значит придут новые. Так, ну, еще хотелось бы сказать о том, что у меня происходит в жизни, как это подкаст, то есть новости вообще обо всем будут у меня. Собственно, недавно, я сейчас скажу, я купил себе мышку под названием Bloody Terminator TL80 или 90, я не помню точно, и в скором времени я сделал на нее обзор. Анбоксинг, к сожалению, я не смогу сделать. Я ее уже распаковал, наклейку наклеил. Собственно, карточку я уже положил себе под монитор по традиции. И мышка уже стоит на столе, стоит и светится во все стороны красным кровавым цветом. Так что в скором времени я сделаю обзор. Мышка, сразу говорю, мне очень нравится. И в скором времени я скажу о минусах и плюсах, а также нейтральных сторонах этой мышки. Ну, так что ждите. Ну и в общем-то, по сути, мне больше не о чем говорить из настоящей жизни, из, собственно, того, что я сделал на Ютубе, то, что я буду делать на группе. Так что на этом я, пожалуй, закончу, ребят. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Коротенькое, но новостное, собственно, не буду затягивать. Всем, ребят, удачи. Всем пока.